Издревле розмарин считался священным в странах Средиземноморья. В венках из него изображали мудрецов, ведь по преданиям это растение стимулирует умственную деятельность. Однако сейчас розмарин – специя, популярная в кухнях всего мира, о лекарственных свойствах которой нам мало что известно. На самом деле розмарин – хороший стимулятор иммунитета, поэтому его применяют при общем истощении организма после болезни. Ванны из розмарина полезны при депрессии и апатии. Его также используют как седативное средство при нервных расстройствах. В народной медицине препараты из этого растения используют как тонизирующие средства при лечении простудных заболеваний. Ухудшающееся зрение, порезы – розмарин незаменим и в этих случаях. Для лечения применяют отвары, настои, эфирное масло. Настой рекомендуют при низком кровяном давлении. Он выводит из состояния обморока и помогает гипотоникам при головокружениях. Растение оказывает противокашливое и смягчающее действие, поэтому розмарин полезен для лечения бронхита. Эфирное масло розмарина обладает антисептическими свойствами и применяется для лечения угрей и заболеваний кожи. Стимулируя кровообращение, розмарин способствует омоложению кожи лица. Также масло розмарина оказывает благоприятное влияние на волосы. Достаточно лишь добавить несколько капель в шампунь, бальзамополаскиватель или пенку для умывания.